В Астане проходит плановое оперативно-тактическое учение по реагированию на террористические угрозы. Операция проходит на территории районного акимата Алматы и спорткомплекса «Барыс-Арена». Цель учения – проверить готовность столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом к выполнению своих задач. Организаторы обратились к гостям и жителям города с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике.